Разведуправление Минобороны США извинилось за твит в адрес Китая. Речь о посте, комментирующем сообщение «Нью-Йорк Таймс» о холодном приеме, оказанном Бараку Обаме в Китае. «Как всегда классно, Китай», — говорилось в записи. За это американцам пришлось не только извиниться, а в принципе удалить весь пост. Напомню, штатам не понравилось, как их лидера приняли в Поднебесной. Принимающая сторона не подала трап с красной ковровой дорожкой к самолету Обамы. Президент был вынужден покинуть борт по запасной лестнице, расположенной в хвосте воздушного судна.